Этот текст предназначен для проверки и расширения для Google Chrome под названием Speaket. Авдотья Смирнова, я точно не демшиза, режиссер и сценарист, рассказала Ксении Соколовой о мужской харизме Чубайса в советских панках 80-х годов в фильме «Кококо» и о том, грозит ли России упасть в бездну. В день публикации этого интервью стало известно, что ток-шоу «Школа злословия», которое Авдотья Смирнова вела вместе с Татьяной Толстой с 2002 года, закрыто.